Життєвий шлях Миколи Троянова – це подорож по нашій втраченій батьківщині. Він народився в Росії, військову освіту здобув в Шепетівці, воював за Київ, за Ленінград. Акторської майстерності навчився в Москві, 10 років працював в Тбілісському театрі імені російського поета Грибоєдова, улюбленого в Грузії. І ось вже 60 років живе в Україні, в Миколаєві. Людмила Хасхачих. Аппиева дорога. Это самая знаменитая дорога в Риме, и она ведет к морю, а оттуда ко всем странам. То есть здесь похоронены выдающиеся люди вдоль этой дороги. То есть это фактически через идет история Рима. Квинтэссенция жизни. Это квинтэссенция жизни Троянова в том смысле, что у него путь шел не от Рима, а от театра. А начинал я, так сказать, театром заниматься, будучи учеником начальной школы во втором классе. Меня впервые загримировали. Это деревня. В деревне. Да. И руководила она сама дворянка, была такая Андреева, Елена Ивановна. Я дружил с ее сыном и ночевал иногда у них. У них была хорошая библиотека. Хотя лучшая библиотека в селе была у священника, отца Алексея. Изумительная. Я полтора часа читал Пушкина. Сделали такой вроде сольный концерт, вот, посвященный Пушкину. Читал, вероятно, посредственно, но полтора часа. Я читал повесть Белкина, «Станционный смотритель», поэму «Медный всадник» и многие другие стихи, долго. Когда мы говорим о Троянове, это 100% интеллигент. С европейским мышлением, с колоссальной библиотекой и с прочитанными всеми книгами. Потому что многие держат библиотеки и не читают их. А этот человек может вам процитировать. С абсолютной памятью в 90 лет. Он выстроил свой мир. Живет в этом мире. И он замкнутый мир этот. И в то же время открытый. Открытый для людей. Мы когда отмечали 90-летие, и Пушкинский клуб помогал, мы его сделали почетным членом Пушкинского клуба. Вот здесь, вот в этом зале приняли решение. Он здесь много раз выступал. А сейчас мы уже завели традицию, он родился в декабре. И вот мы декабрьские все вечера проводим под названием «Трояновские чтения». Вот в этом году мы будем делать чтение членом личного творчества Пушкинского клуба. Классический земной урок. Как хорошо тебя отведал. Будь терпелив, дай делу срок, и обернется все победой. Мне кажется, мы победим всю суету земных баталий. Вопрос останется один. Кто мы сегодня? Кем мы стали? У меня родители были очень хорошие. Я в стихотворении их называю это в одном «Святые люди». Отец был инвалид, его казнили немцы. Мама у меня была верующая. Она каждое утро минут на 15 бежала в церковь. Она участвовала в клиросе, там пела. Вот, и я помню, мне было там, может быть, лет 10-12, она возвращалась в церковь, я посмотрел ей в глаза, я не поверил в это. Такой свет, такая радость в глазах. Мне повезло в театральном училище. Я не собирался быть актером. Вы что закончили? Это имени Щепкина, сейчас называют театральный институт, mm-hmm. при Малом театре. Mm-hmm. Вот. Но когда был в госпитале после вот тяжелого ранения на войне, там я День Победы, значит, встречал, mm-hmm. мне получилось так, что я с первого дня войны, mm-hmm.
с первой ошепетовки служил, уже полтора года служил, полковую школу там закончил, был на офицерской должности, замполитом. День Победы в госпитале был. В 40-м году дивизия меня послали в Академию имени Ленина в Москву учиться. На кого? Ну, Академия политическая. Политическая. Я был секретарем в дивизионе, ответственным секретарем бюро комсомола. Но я сказал, что я не хочу быть военным. Как случилось, что в театр все-таки? Девушка была, медсестра в госпитале. И вот после операции, после морфия, значит, я прихожу в себя на своей койке, просыпаюсь и плохо себя чувствую. Я говорю, или морфий, или Лизу. Пусть Лиза здесь сидит рядом. Лиза такая была, беленькая, Оставьева. И она говорит, Коль, я поступаю в театральный на прослушивание в Москву, поедем со мной. Я поехал. Вот. И она стала там читать, ее комиссия прослушивала. А потом подходит ко мне профессор такой Филиппов Владимир Александрович, поскольку я потом его хорошо знал. Он говорит, а вы молодой человек, я был в офицерской форме. В Кичеле, значит, и так далее. Вы тоже поступаете? Я говорю, нет, я вот сиднею. А потом так по коридору походил, там посмотрел, посмотрел там кое-что. Подошел к нему и говорю, товарищ профессор, вот а почему у меня спросили, хочу ли я поступать? Ну, да. Он говорит, так, ну так, мне показалось, что... А что, вы меня приняли бы? Так, я спросил. Да. Он говорит, надо прослушать. И декан такой, Дмитриев был. Он говорит, Григорий Николаевич, прослушайте вот молодого человека. Мы пошли в кабинет. Я прочел так сцену Алексея Константиновича Толстого, это смерть Иоанна Грозного, что он говорит, ну, а вам надо поступать. И представьте себе, все три тура я прошел, вот, и последний раз этой девушке своей, вот, Лизе Оставьевой, говорю, ну, я документы заберу. Она говорит, ну, ты заберешь, ты же не собираешься быть актером? Я говорю, нет. А потом, когда на последний тур пришел, думаю, а почему бы мне в Москве не побыть 4 года? По театру буду ходить, посмотрю. Я не обязательно буду актером, но, по крайней мере, это же столица. И я прочел, так прочел, что после окончания, там один, который уже был актером, он закончил, он так на меня и пальцем показал, культурой взял. А девушка поступила? А девушка не поступила. Она поступала еще до войны, она была года на 2 старше меня, вот, и она не поступила, да, она еще коронка золотая она сделала, ну, в общем, и она актрисой не стала. Она стала потом, ну, когда я ей сказал, что я стал актером, она говорит, я ждать тебя не буду. Вот он прошел школу малого театра в Москве. Он же с Павлом Успекаевым закончил, а потом их направили в Тбилиси. А знаете почему? Оба были партизанами, а партизан в Москве не оставляли. А его хотели. Тут вот у него я специально привел, это самое, Коленьки. Кто вы думаете, это вообще что-то потрясающее? Вера Пашенная. Пишет, дорогому Коленьке, талантливому студенту. Да-да-да. Это же просто потрясающая вещь. Вы представляете, у него какие учителя были. Но можно сказать, что он жаждал свободы, чтобы прийти через творчество к духовности. Конечно, это центральная мысль. Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что то, что ищет человек совершенный, находится внутри него. А то, что ищет несовершенно, находится вне. Это сказал Конфуций.
это современник Гомера. И вот Троянов, он самый, что ни на есть, ищущий человек, причем свободный, как вы сказали. Вот в этом его свобода. И вторая свобода, вот моральный закон во мне. Звездное небо и моральный закон во мне. Театр для нього монастир. Троянов прийняв на себе всі поневіряння та злидні заради творчості і просвітництва. Він не будує замків на землі, задовольняється найменшим. Він подвижник, надбання. Наталія Музика. Ніша возникла. Єсть, було де відвчитися, написати п'єсу об Ольвії. А мені дуже хотілося конфлікт от тут, двох культур. Встреча двух культур, скифской и эллинской, на жизнь истории тысячелетнего города где-то, значит, показать. И вся их культура зовет к жизни, к радости, к веселью, к чести, утверждению высокой нравственности. Вы смотрите их скульптурные изображения человека. Это пластика, которая видна по амфорам, значит, по рисункам, по везде. Ведь осталось такое наследство великое. Ну и, конечно, грех не попробовать написать, полюбив так, значит, культуру Эллады. Я должен сказать, что когда я ловлю случайно волны, и если попадает, значит, греческое, я сразу узнаю, даже речь, не владея языком, узнаю, и если песня какая-то, у меня текут слезы, потому что мне очень нравятся их мелодии, их сам строй музыки, он отличается, он удивителен совершенно. Секрету тебе большому скажу. Здесь, в Ольвии, я не государь, а человек. А это больше, чем государь. Всю жизнь, начиная с первого курса, я занимался режиссурой. Всю жизнь. И вот те 50 лет, что в Доме культуры строителей, 50 лет, полвека, полвека, я там поставил более сотни спектаклей. Как-то так получилось, что при окончании нас пригласили в министерство, и там главный режиссер русского театра имени Грибоедова Тбилисского, меня и Луспекаева, пригласили к себе. А Зубов как-то сказал, что такое Тбилиси? Это маленький Париж, это удивительный город. Я там работал, я это запомнил. Вот. И я согласился там работать. И вот с Успекаевым мы туда приехали. А потом произошло событие. Мне понравилась, значит, студентка. И как-то так мне понравилось, что я оставался отпуска 20 дней, и я решил за эти 20 дней написать пьесу. Мне было примерно 32 года уже. Вот так вот, да. И я эту пьесу написал, называлась она «Высшая мера», это моя первая пьеса. И я пришел и Паше Луспекаеву, а Луспекаеву... То, что он гениальный, это мы поняли все потом. Mm-hmm. Так, очень способный. Причем первое занятие по мастерству актера Зубов проводил этюды с Луспекаевым. Я отлично помню даже первое занятие. Я Паше Луспекаеву говорю: «Коль, Паша, прочти мою пьесу». Он взял. На утро мы встречаемся, он говорит: «Коля, только я буду читать пьесу». Ага, в
вслух. На трупе я буду читать. На трупе, да? Да, на трупе. Слушайте, лучшего чтения в природе я не слышал. Труппа, когда прочел, все встали, овация была устроена. Ему как чтецу, но мне как автору. И даже директор Антадзе, такой Давид Константинович, народный артист, он возмутился. Ну что, вы хотите, чтобы завтра уже репетировать? Надо же как-то через министерство провести все это. Но министерство 2 года мурыжило, а потом ко мне пришла некая лялечка, армянка такая с усиками. Вот, я знаком был с ее семьей, с родителями ее. Она пришла, говорит: Коля, ты хочешь, чтобы твоя пьеса пошла в театр? Я говорю: ну-ка, а для чего я ее писал? Ну, так вот, говорит, ко мне пришла жена одного деятеля Тбилиси. И, в общем, тебе надо поделиться с ним. Только позже я узнал, что это секретарь городского комитета партии был. Раньше были Варна, Одесса, Константинополь, Черное море. Всюду ходили. А теперь болтанка и стужа, маркизовые лужи. Крутимся и свистим. Кронштадт, Кронштадт. А мне нравится Кронштадт, ваше превосходительство. Вам? Понятно, барышня. Питер под боком, балы, кавалеры, аксельбанты, трень-брень. А нам каково с адмиралом? Ветер тебя бьет из-за угла, а как ответить? Ха. Руки чешутся, дать бы сдачи, а кому? Пустоту бить глупо. Эх, Кронштадт, Кронштадт. Было 17 лет мне и моей подруге Наташе, когда мы пришли к Николаю Алексеевичу. И 10 лет мы играли в театре, в Народном театре. 10 лет мы были, ну, общались очень плотно с Николаем Алексеевичем. Ну, я считаю, что эти 10 лет можно тоже приравнять к университетскому образованию, историческому, литературоведческому, искусствоведческому. Ну, до сих пор загадка, знаете, вот слом вашей в жизни, вы были успешным актером и режиссером, я надеюсь, в профессиональном театре. Как получилось, что полстолетия назад вы пошли, сделали в клубе строителей Народный театр и получали от этого, я надеюсь, удовольствие от того, что вы там работали. Да, правда? Да. Причем последние 15 лет они мне не платили ни копейки. Вообще ничего не платили. Нет, и встал вопрос. Мне сказали, из Киева звонили, что приедет комиссия. Вот там каждые 4 года подтверждали звание Народного. Приезжала комиссия, там академик какой-то. А мы были на гастролях в Полтаве. Я подумал, нет, я не оставлю Народный театр. А надо было подготовиться к приезду комиссии из Киева. Подал заявление, ну, у меня оглобленным был главным режиссером. Мы пошли в ресторан, мне стал уговаривать, зачем вы уходите из театра. Там то-то. Потом я спросил у своей жены, как она смотрит, она говорит: ну, поступай, как знаешь. А она была моей ученицей. Я ставил спектакль в университете, в институте имени Пушкина в Тбилиси. Она была студенткой первого курса. Как-то разговаривая с директором, а к этому времени я поставил девушку с кувшином, и очень зазвучал коллектив, которым я руководил. Помимо работы в театре как актер, много играл. Ну и вот директор спросил: вы хотите, чтобы ваша пьеса пошла ведь? Да, я говорю: да, ну, мы, говорит, купим. И вот этот самый Дом культуры, потребкооперации, там дворец, они
стали, значит, поставили вопрос о том, чтобы купить мою пьесу, чтобы я ее поставил. И там был вот совет такой этого дворца. Ну, сколько стоит там? В общем, посулили, мне директор сказал, Дома культуры, ну, 2000, хотя там, сколько, говорит, министерство платит, 3. Так 2000, один поднял руку, такой, как сейчас помню, бритый человек, поднял руку и говорит, я против. К нему, а почему? Будет спектакль, будет премьера, будет банкет. Добавьте еще 500 рублей. А один раз на меня трое напали ребят и хотели меня избить. А оказалось, почему? Потому что один из них был жених одной девушки, и я как актер ей очень понравился. Руздинский еще. Она нахвалила. Она там со мной, с моим именем носилась. Да. Так вот за это меня решили побить. Он убеждает, говоря, нам всем нужны законы. Закон на землю и поля, дороги, перегоны. Закон о чести. О семье, на право жить, как люди. Ну, а враги преподнесли ему закон на блюде. Может быть, оттого он и ушел из театра, как вы сказали, что он не хотел, в принципе, строить свою жизнь больше на театр. Может, он из профессионального театра в самодеятельность? Абсолютно правильно вы заметили. Ему стало тесно там и неуютно. Объясняю, почему. Потому что театры все у нас, они работают на прибыль, они работают на духовность. Им надо, чтобы были пьесы поставлены такие, которые приносят. То есть они идут, они не ведут людей за собой, они идут за людьми, за их потребностями. Что им интересно, тогда они придут. А вот театр Троянова, он построен наоборот. У меня несколько тысяч пьес дома есть. Я покупал даже, вот отпуск подходит, я еду в Москву, и в театральной библиотеке я переписываю какие-то пьесы. 102 пьесы, которые сыграл театр. 17 из них переведены с 17 языков. То есть это мировой театр. Это не просто театр. Народный театр сыграл. Это народный театр сыграл 17... 102 пьесы. 102 пьесы, в которых, значит, 17 были 17 языков переводы. То есть это театр мира представлен. Он выискивал наиболее интересные пьесы, которые представляют интерес для молодежи, для воспитания театрального искусства, которые не прибыльные, но которые игровые и которые заставляют актера выйти, стать актером. Мим, почему не встречаешь? Ты один? Господи. Какая замечательная у меня хозяйка. При всем параде. Потому что я тебе хочу сегодня кое-что сказать. Что? Кое-что. А ну? Но для начала я хочу пригласить тебя на танец. Я буду тихонечко, тихонечко петь. Что-нибудь так под сурденочку, ладно? Боже мой, я сошла с ума. Я сошла с ума от счастья. Ты знаешь, Виктор, и мое безумие, в моем прозрении. После меня останется одна маска. Трагическая маска. И никому не взбредет в голову
заглянуть, что под этой маской. А что там? А что там? А что там? Нет, что там, скажи. Нет, ну что там? Ну что там? Там глубокая глубина души. Очень глубокая. Очень, очень. Нам дали задание написать творческий портрет об интересной личности. Я посчитала, как-то будет нечестно перед самой собой писать о личности харьковского режиссера, там, киевского режиссера или актера. Я посчитала, что это обязательно должен быть Николаевец все-таки, потому что я считаю, что я здесь живу, я здесь выросла, и, конечно же, мне хотелось написать творческий портрет и защитить эту работу в Харькове, чтобы узнали, что в Николаеве есть вот такая замечательная личность, целая планета, эпоха. Я стала искать эту личность. Ага. И мне абсолютно случайно, нецеленаправленно я искала пьесы, новых каких-то авторов для себя открывала, николаевских, и прочла пьесу «Владимир Даль». И тут я сразу поняла, что я буду писать творческий портрет о Николае Алексеевиче Трояне. Вот как здорово. Да? И я пошла на заседание Пушкинского клуба, потому что я знала, что будет творческий вечер Николая Алексеевича. Нас познакомили, представили. И ну, кто бы еще для меня открыл такие имена, как Петр Петрович Гнедич, Зинаида Гиппиус, Николай Станкевич. Это все для меня, конечно же, открыл Николай Алексеевич. И какие-то моральные качества, в первую очередь, очень высокая требовательность к самому себе. Постоянное самосовершенствование, никогда не останавливаться, постоянно читать. Это, конечно же, Николай Алексеевич мне это дал. И открыл целую вселенную с такими планетами, как вот эти писатели, как деятели театра Пашенная, Анинский, Зубов. Mm-hmm. Это все для меня открыл, конечно же, Николай Алексеевич. Вот он много внимания уделяет воспитанию молодежи, нас, уже я не молодой, но я считаю его, так сказать, воспитанником, хотя я его знаю, ну, лет 20, не больше. Вот. Но мне кажется, что я его всю жизнь знал. Очень красивый человек. Смелый, добрый, умный. Ну, духовно красивый человек. Я безмерно счастлив, что я вообще его знаю. И очень многие в городе люди, они, дай Бог, чтобы они его как можно больше узнавали.